приветствую зрителей своего канала. Хочу рассказать такой случай. Произошел где-то около 2 месяцев назад. Вот. Сказал, что запишу видео. Ну, ввиду то, что не было у меня времени и возможности записать, поэтому записываю сейчас и выложу. Вот. В общем, получается, у меня такой случай произошел, что как бы, как всегда, я много всего скажу, да, но не каждый это поймет. Ну, в общем, одним словом, Орел Гараж, и был бы не Орел Гараж, так такого бы и не случилось, да. Вот. В общем, получается, у меня есть хороший знакомый, который выручает меня, который, я ему звоню, в общем, говорю, нужна денежка там, мол, так и так. То, что я занялся этот самый отдавать разные долги, поэтому как бы, то есть сразу отдаю, потом по минимуму живу. Вот. И в общем получается, что позвонил ему, говорю, денежка есть? Он говорит, да, есть, говорит, вот. Я говорю, сможешь перевести? Он говорит, да, говорит, номер карты скинь, говорит, а то я, говорит, как там его, ну, давно, говорит, скидывал там что-то, говорит, не знаю, где сейчас искать буду. Вот, а я пришел, в общем, с вахты, то, что на ней, можно сказать, жил, и уставший такой вообще, в общем, голова ничего не варила, ничего. Я ему скинул, в общем, карту, фотки, карту Сбербанка, да, там, получается, в руке, ну, как обычно, все фоткают, и я также фоткаю, и другие также фоткают, даже практически с одного ракурса. А до этого у меня получается, так скажем, задолго, наверное, где-то в январе, наверное, примерно так. Я не помню, или февраль месяц, что ли. Чего ты там, Борисик? Вот. То есть получается, человек у меня покупал котенка, да. Вот. Он, в общем, ну, обычного котенка. Не породистого, ничего. Обычного. Лохотроном не занимаюсь. Вот. И у меня получается, то есть он дал деньги, не было сдачи, он говорит, типа того, что этот самый, что-то торопился, он с области был. Он говорит, можешь, говорит, потом на карту типа скинуть? Я говорю, ну, да могу, без проблем, как бы, ну, не знаю, ну, доверяете? Он говорит, ну, конечно, говорит, что я же, говорит, не на улице покупаю, в квартире все-таки. Вот, и в общем скинул этот самый, фотку карты Сбербанка, да, вот. И когда мой хороший знакомый перевел, да, вот, я смотрю, что не приходит, он говорит, платеж прошел, типа того. Я говорю, ну не знаю, говорю, вот, типа, нифига нету. Вот. Он такой говорит, не знаю, в общем. Я говорю, ну, суть не важна, как бы это дело. Вот. Я говорю, в любом случае я тебе отдам. Я говорю, сейчас посмотрю карту. Смотрю, в общем, номер карты оказывается не мой. Я почему-то подумал, что именно, то есть, фотка у меня осталась вот этой карты, да, того парня, которому я переводил. И, в общем, скорее всего, он случайно ему перевел. Вот, стал его номер искать, в общем, и не нашел его номер. В общем, долго это все тягомотина была там, не знаю. Вот. А потом, получается, на следующий день я пошел на вахту. Вот. И у нас есть группа создана, да, в общем, группа подписчиков, там люди общаются, сам ее создал, потом у меня ее отжали, потом мои же подписчики все как всегда отжали у меня, в общем, сами там уже все администраторы, можно сказать, меня уже и выгнали, вот, потом сами добавили. Ну, в общем, суть не в этом. Суть в том, что получается, один подписчик, да, то есть из этой группы, он такой пишет, типа того, вот, говорит, кто-то мне вчера, говорит, перевел 1500 рублей, вот, и сделал скриншот, и там получается, то есть номер карты этот самый, ну, там часть была, вот. Я такой думаю, блин, а у меня вчера тоже ситуация такая была, и с 1500, да, вот, и получается, я сверил именно его банковскую карту, то есть с той картой, с фото, которое я выслал знакомому. Вот. И смотрю, все совпадает, в общем. Ну, я в группу написал, в общем,
скинул все скрины, вот, и он скинул, говорит, платеж что-то там, говорит, обрабатывается, говорит, деньги не поступали, но я эту всю банковскую систему не особо знаю, интернет весь этот, поэтому как-то так, вот, и в общем этот самый, ну, немного там объяснил, подумал, что дал, в общем, фотку, типа, этот самый, как там, его, этого парня, которому переводил деньги за котенка, получается, этот самый, часть суммы там, вот, и, в общем, этот, ну, все-все досконально, все, вот, он спросил еще там какие-то, ну, скриншоты дополнительные, вот, я, в общем, своему хорошему знакомому отзвонился, говорю, можешь скинуть историю, то, что именно куда платеж ты перевел на такую карту, то есть номер там все есть. Вот, он говорит, да, конечно, скинул. Он мне скинул, я ему в личку скинул. Вот. И как бы этот самый, в общем, все там, я не знаю, платеж у него обрабатывался, там что-то такое. Вот. Ну, в итоге с моего знакомого деньги-то списали, как бы. Вот. И он-то пишет, он говорит, мне, говорит, не приходила сумма, говорит, вот, видишь, скрин там обрабатывается. Я говорю, ну, понятно, ладно, типа того. Вот. И, ну, я говорю, вообще забей, говорю, этот самый, ну, как бы, сам накосячил то, что я этот самый, ну, не посмотрел номер, потому что был уставший, потому что я также фоткал и в таком же ракурсе карту, да, я ж, ну, не думал, что там с группы, а у меня, получается, с группы там все фото, видео, в общем, все, весь мусор, не мусор, все сохраняется. Вот. Я ему говорю, ну, в дальнейшем говорю, а ты-то зачем номер своей, фотку своей карты скидывал? Он говорит, что-то, говорит, разговорились, говорит, ну и скинул, типа, я говорю, ну, понятно. Вот. И, в общем, этот самый, попереписывались, как бы, сюда. Вот. И в дальнейшем этот самый, ну, он говорит, поступил платеж, все. Вот. И прикиньте, этот самый, какой человек оказался. Спасибо, Алексей. В общем, все четко, все реально перевел. То есть я ему документально все скрины сделал. Все показал, что все этот как там его, ну, реально, то есть мой знакомый перевел деньги. Вот. Единственное, что я думал, что все-таки как там его карта, которому котенка продавал. Вот. Ну, в дальнейшем, в общем, я удалил и тот скрин, и этот самый, как там, Алексея, в общем, лишний, и понял. Но, опять же, мне, так скажем, урок, да, ну, не то, что урок даже, а опыт, что буду теперь, когда фото отправлять, допустим, карты, да, свои даже, буду все равно проверять номер, что этот самый он, не он, вот. Но человек очень честный, ведет, кстати, свой YouTube-канал, вот, с Карелии, этот самый Гараж 39, Алексей, так что переходите на его канал, подписывайтесь, Алексей, пиши комментарий, я его закреплю, вот, и все четко, спасибо, единственное, этот сам, вот, что-то у меня, я в таком состоянии, снова в уставшем, так скажем, потому что я спал всего менее 4 часов, вот. Сейчас буду собираться в дорогу, если бы не записывал одним кадром видео, да, а с монтажом, я бы сейчас записал бы фрагмент с фильма «Облако рай», вот, где Андрей Жигалов снимается и говорит, уезжаю я, уезжаю. Поэтому как-то так. Так, и что еще хочу сказать? Хочу сказать, что этот самый... В мире больше людей хороших, этот самый честных, вот, отзывчивых. А так вообще этот самый по жизни, кто может быть среди плохих людей, самых, да, плохих людей, вот, это мало кому... Понятно, известно, но на подсознательном уровне оно есть. То есть этот самый. Самые такие люди это родственники, да,
близкие и хорошие друзья, которые могут предать, предавать и подставить. Потому что чужому человеку оно особо, так скажем, не надо. Посторонние люди, да, менее которые знакомые, все вот, то есть они наоборот и отзывчивые, и честные, все. Как Мавроди, да, говорил Сергей МММ, что, говорит, ему помогал абсолютно посторонний человек и абсолютно посторонние люди, которых он вообще никогда не видел, не знал, и именно ему сильно помогли в жизни. А те, которых он, с которыми общался, которых хорошо знал, его близкие люди, родственники, хорошие друзья, все отвернулись и все вот как-то так. Вот. Ну ладно, все это философия, это все отдельно у меня будет еще плейлист там, философия а-ля гаража, там туда-сюда. В общем, подписывайтесь на канал, переходите. Ссылку у меня не получится оставить, потому что как там у Алексея, в случае чего, ссылку оставь. Вот. Напиши комментарии ссылкой, да, и комментарии, к примеру, без ссылки, потому что бывает, ссылка не проходит, YouTube ссылки банит. Вот. Поэтому я не знаю, пройдет, не пройдет, у меня не получится оставить, потому что пока я сейчас загружу видео, пока сделаем, мне надо собираться, времени у меня как осталось уже там, не знаю, вообще там, чуть-чуть, чуть-чуть и все. Все, всем спасибо, до новых встреч.